Сегодняшнее утро преподнесло рязанским автомобилистам настоящий сюрприз в виде снега. Большинство водителей, конечно, догадались сменить летнюю резину на зимнюю, а кто-то, как это всегда бывает, тянул до последнего, никак не ожидая того, что зима начнется в конце ноября. В данный момент, вот буквально за 3 часа в городе Рязани уже произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий в связи с плохими погодными условиями. Кто не переобулся на зимнюю резину железного своего коня, просим переобуть, чтобы они могли вовремя остановиться. В связи с авариями на дорогах автомобили набились в пробки. Но складывается ощущение, будто рязанцы уже вовсе не торопятся. А с другой стороны, куда нам нестись? Самые банальные такие происшествия – это столкновение транспортных средств, несоблюдение дистанции. То есть, я говорю, предупреждаю еще раз водителей, чтобы они были предельно внимательны, чтобы на подъемах, на участках соблюдали скорость движения, видели ситуацию на дороге и могли среагировать в любое время. И не забывайте сбавлять скорость перед пешеходными переходами. Но хватит о грустном. Поздравляем всех с первым настоящим снегом!